Магадан присоединился к Международному дню Белой Трости. Людей, которые полностью погружены во тьму, легко увидеть в толпе. Их отличительной особенностью являются черные очки, трости или собаки-поводыри. Но в круговороте событий многие не обращают на них внимания. Именно с целью информирования общественности о проблемах людей, которые не видят мир, об оказании им помощи и поддержки и был учрежден этот международный праздник. Название он получил после того, как 97 лет назад британский фотограф потерял зрение и учился самостоятельно передвигаться по Бристолю с помощью черной трости. Ни водители, ни прохожие не обращали на него внимания, так как его слепота ничем не привлекала к себе. Тогда британец решил изменить цвет своей трости и покрасил ее белой краской. Благодаря этому окружающие стали замечать слепого на дороге и помогали. Мы сейчас с двумя фактами столкнулись. 70 лет человеку и 20 с чем-то лет. И они не хотят идти сюда, потому что, говорят, мы не хотим жалости. Какая жалость? Жалость – это на перекрестке с протянутой рукой. А здесь коллектив, здесь правление, бюро, концентрированная информация именно по этой проблематике. Это техническая реабилитация, это доступ к художественной ценности и т.д. Ну и чаепитие, общение – это никогда лишним не было. Сейчас магаданское отделение Всероссийского общества слепых насчитывает 40 человек. Организация оказывает юридическую помощь, проводит спортивно-массовые мероприятия, летом выезжает на природу, участвует в общественной жизни города. Если вы видите колясочника или человека с белой тростью, найдите своих лишних несколько, 5 минут, подойдите, спросите, чем помочь.